Прием-прием, леди и джентльмены, на связи Шэдди Мэн и, конечно же, леди Леска. Всем привет! И Нубик Кубик. Привет, друзья! Сегодня в Майнкрафте мы будем выживать в таком мире, если бы Майнкрафт выглядел так, как выглядит наша планета. Короче, сегодня мы выживаем на Земле в Майнкрафте, и вы можете заметить то, что мы сейчас находимся просто абсолютно все в разных плоскостях, потому что наша планета выглядит абсолютно по-разному. Кто-то, кстати, уронил свой гравити-контроллер. Ребят, а не-не-не, погодите, я не знаю, кто-то в руке просто выдержит. Друзья, сегодня мы можем менять свою гравитацию. Мы можем двигаться в разных плоскостях. Например, прямо сейчас я нахожусь на крыше здания. Ну а ты прямо сейчас обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом и жми на красную кнопку подписаться, пока что мы начинаем наше сегодняшнее выживание. Итак, короче, я пришел. Я вижу все вверх головой, ребят. Это невозможно. Очень тяжело. Я вот так вот пока буду ходить. Ты в небо улетишь. Опа, все, ребят, я вернулся. Я вернулся. Я пока вот так начну. Так, наша цель на сегодня сделать самое главное, это генератор булыжника. Потому что у нас вот в этой булыжниковой. Сейчас, у нас есть вот в этом булыжниковом здании кастомные торговцы, у которых продаются кастомные предметы. Я сейчас говорю очень важную информацию, Нуби, которая нам сегодня потребуется для выживания. Приколы так, потом хорошо. Можешь делать. Ладно. Так, где у нас там получается торговцы так, внизу, да? Вот здесь два жителя стоят. У них за булыжник продается эмеральд. А потом за эмеральды можно покупать различные руды. И, к примеру, второго жителя, до которого я дотянуться вообще не могу. Я не знаю, как это сделать. Он придет, наверное, придет. Короче, у него можно купить еду, и что-то еще, что именно, я не помню. Какие сундучки смешные, какие маленькие. Да, сундук. О, кстати, в сундуках лежит уже что-то. Смотрите, я, например, нашел два эмеральда. Пойдемте. Здесь есть огромное количество пасхалок, тайных сундуков. Так что все зависит от нас, но для начала нужно начать просто обычное выживание. Так что пойду-ка я, пожалуй. Так, это получается у нас какая сторона света? Это север. Мне нужно сделать вот так, вставить сюда. Нажать на кнопку. Нет, я все перепутал, ребята. Я полетел в космос. Да, я улетел просто в космос. Сундук, я нашла стрелы, меч и эмеральдик один. Все хорошо. Леска, ну хоть кто-нибудь. Так, стойте, что ребят, я запутался. Это юг, смотри, там Шэдди. Север. Я так, тебе стойте. Ух ты, Шэдди смешной. Стойте, я вот так нахожу. Лечу. Стойте, это не то. Это не то, я стойте. Я лечу в небо, но не так, короче, какое же ребят, мне нужно направление? Может быть, вот знаете это? Знаете что, если вы нажмете, не, нет, точно чтобы не это. Лететь, если вы нажмете U, то вы не до конца улетите наверх. Вы до предельного улетите наверх, так. А потом вниз упадете. Окей, ладно, вот. Представим, что... Нет, я хочу, так, я хочу изменить свое местоположение. Нет, только не вверх головой. Ребята, я паду вниз, сейчас разобьюсь просто, походу. Это очень тяжело. Да? Это очень тяжело выживать это, знаешь, в таком это ритме. Не, как бы не физиологично, как это сказать. То есть это вообще, для нас это вообще. Тебе непривычно и очень сложно ориентироваться в этом всем. Мне интересно, как нам, как нам быть, потому что я не могу привыкнуть, не могу понять принцип тогда. Сейчас только что все слушай, работало, я сейчас, сейчас не понимаю. Сейчас уйдет, знаете, куча времени, палочка. Чтобы понять этот принцип. Сейчас я добыла не то, палочкой. Что мне нужно. А где? Было. Стоп. О, сундук нашел сзади, а с ним ничего нет. Так, почему? Леска, откуда ты взяла верстак? Ребят, у меня палочка у выглядит у как клей-момент. Прикиньте. Реально? Это специально. Да. Я не знаю, это чтобы мы гравитация не действовала, мы приклеивались походу. А что он сказал? Ух ты, у него палочки как клейма. Неважно, неважно. Ой, ребят, я лаву нашла. О, отлично, можно железо найти, сделать генератор булыжника. Так, я нашла уголь, и я сейчас хочу инструменты проапгрейдить. Так, где какой-либо булыжник? Иди сюда, Нобик, иди ко мне, булыжник у меня здесь. Так, получается... Давай, идите. Только смотри, в лаву не провались. Там у нас запад, там север. А, мне нужно N же. Я, нужно N. Стойте, дайте я протестирую стой, еще раз. Не забывай, это деревянной киркой железо. Нет, я же уголь только. Так, понятно, почему это не так. Работает, потому что иначе. Ребят, скажите. А сейчас я пошел крафтить тебе каменную. Где будем всякие печки ставить? Кирку. Где угодно. Можно где-нибудь на улице поставить. Фу, я думаю, я провалю. А вы вниз спустились? Он. Там, слушайте, там смотри, там можно найти это все. Так, всего одно железо, нам надо еще. Так, оп. Нужно также сделать бесконечный источник воды. Так, в принципе, с железом проблем у нас нет. Я уже нашел три куска. Нашли источник лавы. Эй, а где мое железо? Так, а железо здесь, Нубик. Я добываю, можешь здесь не ходить, давай разобьем. Ты тогда ищи что-нибудь еще. Зачем? Верни железо. Я и так вернул тебя, я его так, скинул. Я сделала лопату, сделала вот это. Так, у меня один эмеральдик есть.
У меня два, кстати. Можно, возможно, что-то купить. Сейчас я постараюсь как-то. Если что, объединимся, так я пойду пока. Так, да. что будем делать? Что делать, ребят? Какие обязанности? Ведра, булыжниковый генератор. Так, Нэнни подходит. Так, я немного булыжника сделал. Сейчас пойду поднимусь, сделаю. Значит. Печки. Интересно, так, где-нибудь здесь, наверное. И, стойте, а где? Значит, а, вот здесь. И. Так, и это восток. А восток, если я встану на дерево, я могу... Я не понял, я думал то, что север сработает, но я встал так, чтобы нет, я... Нет, да, такого закона нет. Вообще не получилось, короче, север почему-то не работает. А теперь я хожу... А почему я хожу? Я тоже не понял вообще, что происходит. А если нам придется... Кстати, мне нужно ходить, к примеру, вот по дверям. Это не север. Если я сделаю восток, это не восток. Ребят, железо у меня. Юг. Все, я понял. Чтобы ходить по джунглям, мне нужно южное направление. Сейчас я пойду в джунгли и посмотрю, там какая-то пещера была. Чтобы ходить по джунглям, мне надо букву И использовать. Так. Сейчас я попробую тоже. Сейчас я делаю генератор булыжника. Железо тоже нашла. Я не заметила. Я в дефолт сделал себе, чтобы я по-нормальному ходила. И добываю тут железо в пещере, там где джунгли. Вот. О, Новик, я, по-моему, вижу, ты где-то глубоко прям. Так, генератор булыжника будет, короче, возле воды. Посмотрим. Хорошо. Так, лава, получается, у нас стоит на месте, а вода должна течь. Получается, что вода должна стекать примерно вот сюда. Вот так. И, по идее, сейчас должно все работать. И... Да, все работает, генератор булыжника готов. Ну, все, можно майнить бесконечный булыжник теперь. Классно. Смотри, я еще немножко железа подкладываю в переплавку и уголь там. Опа, слушайте, а там... пойду по... Так, еще раз, короче, я боюсь, сейчас я улечу в космос. Так. Ух ты! Так, ладно, я сейчас проверю, что можно купить за тут эмеральды. Есть... Этот, а, я помню, такие... этот, 64 булыжника, это один эмеральд. О, надо тогда это, намайнить его. За один эмеральд можно купить 15 блоков угля, 3 блока железа, 3 блока золота, 1 блок руды алмазов стоит 5 эмеральдов. И лазурит то же самое. Я хочу вниз пойти, интересно, внизу что-то есть? Так, как мне дотянуться до того жителя, я это... О, стойте-ка. Так, это очень все интересно, потому что... Да как до него дотянуться? Чё, ну-ка, хочешь, о, все, я нашел способ. Так, у него продается еда, если что, у этого жителя. Железные слитки, уголь, стрелы, редстоун, бутылки кажется, с опытом и так далее. Да, постепенно начинает темнеть. Так, используя гравитацию, я выбираюсь из дома жителей и отправляюсь в джунгли. А потом я хочу отправиться на обратную сторону Земли. Вот мы сейчас находимся сверху, а я хочу посмотреть, что находится в самом низу. Потому а что я видел там озеро. Вниз. Пошлите туда вниз. Пошлите, а как, что, куда, как? Подождите меня секунду. Нужно сначала южное направление выбрать. S. А южное это какая буква? S. Вот, вы сможете по джунглям ходить беспрепятственно. Вот так получается прямо. Я пойду в пещеру, загляну S, в джунгли. Да, получается. Ой, страшно, что ты сейчас упадуешь туда. А, ну ведь ты тут был, да? Ой, отлично, да, я там пещер... Вы здесь, ребят? Отлично! Так, я S нажала, как вот. Я иду? Нет, ты не... S, ты... Ну да, стой, Леска, ты, у тебя не работает гравитация, я над тобой. Ты неправильно у тебя работает, видишь, я как внизу иду? Я внизу сейчас, и тут что-то не понимаю. Я упал просто сюда. А что, чтобы по низу ходить, что надо? А почему он не... Давайте сначала все разберемся, чтобы у всех все работало. Леска, ты активируй. Так ты меняешь направление, у тебя сейчас север, тебе нужно S выбрать. Да, у меня было. Так ты shift зачем нажимаешь? Нет! Все, спасибо. Так, смотри, теперь спускаемся вниз. Короче. С вами. Нет! Ну, давай. Смотрите, стойте, так. Мы падаем вот сюда. Зажимаем, получается, shift, выбираем параметр. Стойте, не выбираем параметр. Так, что нам где надо? Вы? С какой стороны пошли? Стойте, я бы сейчас деактивируется. Погоди, Нубик. Так, W, да? Стойте. Красная луна. Тут так. Еще зимний биом есть. Надеюсь, сработает. Да, все. Сжатым шифтом вам получается. U, да? Да, S, и сверху будет U маленький там кубик. Там домик какой-то сбоку. Ребят, если что, мы ходим вверх головой, но это находит... Мы сейчас находимся с противоположной стороны нашей земли да сегодняшней. Что такое? Слушай, как интересно. Офигеть. Тут. Смотри, вот факела вверх ногами все стоит. Ой, как тут страшно все равно. Так, а что тут полезного может быть вообще? Я не знаю, хочется даже поизучать по большей части. Сейчас факела-то... Темно, очень темно. Я дом какой-то нашел!
Лубик, мы на южной стороне. Давайте. А посмотрите себя, посмотрите, как вы себя видите. Я видел, да. А южная это внизу, там где озеро. С противоположной, Лубик, вот сверху дом находится, мы с противоположной стороны планеты. Тогда надо килл сделать. Да. Тогда надо сторону поменять свою и к нам прийти. Так это... Слушай, она такая через маленькая. Через джунгли вышли, да? Смотри, земля. Ой, земля, снег. Шеди, а смотри, не ставится. Я не могу факел поставить на землю. Вот ну да, факела, физика факелов не меняется. Ничего не меняется. Не так. Так, и что нам тут делать? Ладно, надо дом этот найти, но нужно сначала с... Так, а стойте, а что если я попробую... Так, я пробую вон тут в пещеру спуститься, посмотрю, что там. А там в корабле ничего не хочу, было? Я не знаю. Я же сказал, Нубик, 200 раз уже как тебе нужно. Тебе сначала надо в джунгли нажать букву S. Нажимаю. А потом переключиться на... Спуститься на другую сторону и U уже сделать. Так, господи, как? Не ничего не туда. Понятно, и все вверх головой. Куда оно падает? Оно падает... Ой. Знаете, я ломаю предмет, оно падает в потолок куда-то. Угу. Я должен прыгать в потолок, чтобы поднять. Гравитация полностью перевернута. О, я в какой... А, вот, Шеди, привет, ты ой. Тут. Ой... Так. Получилось, Нубик? Иду. Еще иду. Так, мы тут, короче, в этом... О, леска, редстоун нашел. Но чтобы добыть, нужна железная кирка. Я уже, редстоун, буду... давай, у меня железная тут есть. Как... Железная кирка есть? А, мне что камера. Надо мне брать, чтобы... Вот засада, слушай. Мы с тобой опять сюда прийти придется, что ли? Что надо взять, когда ты окажешься там, где озеро и такая лестница такая? О, деревянная. Спавнер нашел скелетов. Сейчас, секунду. Озеро деревянное. О, штанишки, есть? И я нашел... О! Так, там у тебя получается. Мистический нажимаешь... сверток нашел. Ребят, я карту какую-то нашел. Ю надо было. Нет, Ю, подожди. Я мистическую карту нашел. Я не знаю, мистический сверток что бумаги. Там? Я не знаю, там кусочек нашей планеты майнкрафтовской. Угу. Так, еще железо сейчас добудем. Так, я хочу на всех сторонах света. Да, вы на S находитесь? А, нет, мы находимся вверх головой. Я не могу, у меня все улетает. Это Ю, это Ю вверх головой. Да. Опа! Так, резко я выбираюсь. Так, все, у меня вроде мозг адаптировался, я плюс-минус леска, понимаю, что леска, происходит. Привет! Оль, ты вообще Нубик, конечно, как этот, знаешь, как птичка, как она летучая. Так, добывайте птичка. Железо. А почему добываю, я не как летучая мышь у тебя выгляжу? Что? Это просто то, что ты вниз головой, я поэтому... Ребят, кстати, блоки выкидывайте, блоки в небо улетают. Я не могу их поймать, это вообще... они улетают. У меня мозг сейчас сломается, реально. Так, мы пришли оттуда. Нубик, это получается... Направление было южное. Ой, я вообще запутался. Я прям не могу, я даже не знаю, где я сейчас окажусь, если я буду менять снова. Кошмар. Слушайте, я всего одну железо. Так, хорошо, стойте. Что если я сейчас... Так, опа. Мне нужно снова S сделать. Да, я сделал S. Ребят, я возвращаюсь, получается, назад, там, где наш дом находится. Хорошо. И пойду в противоположную сторону, проверю, что еще где есть. Да что ты будешь делать, а? Они улетают и улетают, я уже так их загораживаю собой. Так, теперь мне нужно сделать вот так. И, получается, здесь сделать дефолт. И есть, ребят, я вернулся. Все, я чуть-чуть разобрался буквально. Так, сейчас мы вернемся с Нобиком. Нобик, постарайся добыть что-нибудь. Ой, золото мое. Золото твое, но надо его еще словить. Так. Тут железо. Короче, знаете, самое эффективное добывать, когда ты внутри там скалы какой-нибудь, вот тогда ты можешь его поймать. Все, сделал железную кирку. Темновато. Так, теперь, по идее, если логика верна, я должен поставить северное направление. Леска. Спасибо. Да, это работает, ребят, все, я чуть-чуть сориентировался буквально. Чего там нам, давай. Я на северном направлении, я нахожусь сбоку нашей планеты, я в доме сейчас. Все, понял. Тут верстак перевернутый, печка перевернутая, печка что-то жарит. Очень Кубик, ты тут был? Странно. Я, да. Так, и ты нашел что-то интересное? Нет, я, вы сказали держаться вместе, я не пошел. Я, к примеру, тыквы нашел. Кстати, из еды у меня два хлебушка только. Из еды можно купить там, если что, что-нибудь потом. Ой, куда все пропало? Стоп. Опа, о, железо. Леска. Чего? Клей. Я уронил тыкву, и она куда-то пропала, потому что я не понимаю, где нахожусь. Наверное, она улетела наверх. Так, Нобик, нам надо... О, это вы там, я вас вижу. Нобик, подожди, мне надо мою драгоценнейшее железо. Так, а что это? Нобик, уйди, пожалуйста, я тебя оставлю. То есть это другая страна, что ли, или? Опа, все. Капец, таким трудом, 4 кубика железа. Я выхожу, потому что у меня кирка сейчас сломается. Окей. Нобик, вообще спасибо еще.
Так ты мне что-то вниз наоборот сделал, потому что подо мной... Так, и гравий, думаю, тоже потребуется, хотя бы один. Нубик, это что за помощь? Дырку залепили. Стойте, север. Ой. Там получается туда, если север здесь. Темнота какая-то. Так, стойте, ладно. Я вернусь назад, потому что тяжело ориентироваться, когда ты уже в другой стороне находишься. Опа. Так, я возвращаюсь. Так, джунгли, это не то? Это что? Да я застреваю. Так, мне надо... Так, ребят, я, получается, дефолт делаю. Смотрите, так. Я вернулась в джунгли. Все, я тоже. Я вернулся к нам, назад, на нашу базу. А наша база это дефолт. Сейчас я попробую. Так, если у нас там получается юг, то слева запад, то есть west получается. Но там пустыня, ничего интересного. Так что я пойду на east, то есть в сторону востока. Посмотрю, что на востоке у нас тут есть. Это снег. Ставлю east, нажимаю. Нет, ребят, это... Стой, это не east, нифига подобного. Он почему-то не так работает. Я возвращаюсь в дефолт. Я хочу сейчас вернуться, сейчас поправильно. Это тоже дефолт. Стойте, получается... Стойте, это получается west? Нет, это не то. Ой. Я должна в противоположную сторону идти. Я не знаю. Да, ребят, это west. Зима — это west направление, западное. Так, всё, Слушай, надо прям это заучить, да? Тут невозможно. Да-да-да. Кто это? Ой, это... Все время в голове крутится все стороны. А я лодку спустил. О! Нет-нет-нет! Лиза полетела. Так, я, получается, побывал во всех странах света нашей планеты сегодняшней, кроме пустыни. Но пустыня, по-моему, не особо интересна. Что вы делаете? Да он мне из форточки вылетит. Ну не надо, пожалуйста! Я тебе сейчас... О. Так, вода. Не надо! Нубик, ты ненормальный. Нубик, ну 200 раз реально вообще нифига не смешно уже. Ненормальный какой-то. Так, вода течет по боку. Иди-ка сюда, блин. Слушай, вонючка маленькая. Так, нет, я из пещеры выхожу, потому что иначе... О, лазурит. Так, что, давайте... Смотри. Не надо. Леск, ну посмотри на меня. Чего? Вообще капец. И себя запульнул. Так, за лазуритом пошел. Ой-ой-ой, как из этой пещеры выбраться? Вот сейчас мозг сломан. А, ребята, вы знаете, что торговцы в космосе тоже? На торговцы тоже, походу, в шоке. А почему я ледяной? Ху-ху. Да. Так, ой, как красиво. Ребят, тут рассвет, восход закат. Прям очень красиво. Ой, а тут игло. Тут этот. Как его? Домик такой. Покажи. Как его? Игло же называется. Зимний такой домик. Игло. Красивый? Да, прикольно. Я 27 пшеницы в нем нашел. И это наша еда. Так, ладно, раз уж я был сегодня во всех биомах, я сейчас схожу, наверное, я вернусь на наш. И схожу в биом пустыни. Ой, и на этом, наверное, точно можно уже заканчивать, короче. Я хочу покорить все биомы нашей планеты. Ого. Леска, ты где? Пошлите. Здесь. Получается, пустыня это ист у нас. Так, подожди, я железку подкину. Так. Стойте, а вы жители... Этот откуда у нас житель? А вы его вывели из башни булыжниковой? И от как он тут оказался? Я ничего дырка. Знаю. А зачем вы вывели его? Разбомбили. И просто если погибнет житель, мы тоже с вами не выживем. А как его направить назад? Потому что это единственный способ торговли для нас. Так, все, мы в пустыне, Нубик, смотри, мы бегаем, тут лодки летают что-то повсюду, ой, я да, не знаю. Ой, вот как кактус внутри выглядит, смотри. Да, офигеть, кстати, я тоже не видел. Смотрите, как выглядит кактус внутри, это шок-контент. Это дерево, но зеленое. Чё, Леска, давай. Где? Куда, какой, Леска, сторона ист какая? Выбирай. Ну, пустыня. Делаю. Ой, ну, ребятушки, что делаете? Ну что, давайте, наверное, на этом заканчивать. Мы сегодня покорили, наверное, всю планету, побывали где только возможно. И это просто разрыв мозга произошел. Друзья, ну что же, мы на этом будем заканчивать. Вот такая сегодня получилась история. Сейчас я вообще не понимаю, где Леска ходит. Она у меня ходит по воздуху. В общем, на связи был Шедимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. И всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.